Тарзан с самого детства следит за своей фигурой, отметила певица, но о себе того же сказать не смогла. Наташа Королева накануне разместила в своих сторис отрывок из интервью, в котором она рассказала о многих весьма щекотливых фактах из личной жизни. В частности, у нее спросили, каким образом ее мужу Сергею Глушко, более известному как Тарзан, удается сохранять себя в прекрасной форме. Королева заявила, что знаменитый танцор следит за собой с самого детства и это жизненный путь, который он выбрал еще тогда. Именно поэтому ему удается выглядеть так хорошо, а стремительно идущие годы на нем, при этом, никак не отображаются. Тем не менее, Королева опустила факт, что соответствовать мужу у нее удается все меньше, потому как за своей фигурой она следит, что называется, постольку-поскольку. Вероятно, именно поэтому она вышла замуж за робота, которым певица выставляет своего мужа. Сделано это было, помимо всего прочего, чтобы казаться на его фоне красоткой, несмотря ни на что. Стоит отметить, что план Королевой работает довольно неплохо, учитывая то, что она все эти годы особо не посещала спортзалы, а также не садилась на жесткие диеты. Напротив, если последить за ее социальными сетями, то во вредной пище она себе никогда не отказывала, но постоянно выставляла видео и снимки с Тарзаном, на фоне которого ей удается казаться, как она сама говорит, ягодкой. По всей видимости, и самого Сергея устраивает подобный порядок вещей. Если посудить здраво, он получает от брака с Королевой все необходимое, ведь трудно не согласиться с тем, что Наташа Королева в разы популярнее своего мужа, потому связи певицы в шоу-бизнесе сильно выручают Глушко и до сих пор держат его на плаву.